Футболист из США Ямбург 2007-2008 годов рождения, лучшие в Уральском федеральном округе и Западной Сибири. Они сыграли 4 тура по разным городам России и в каждом становились абсолютными победителями. Больше всех забили голов, меньше всех пропустили, ни одного матча не завершили в ничью. Чемпионство в УРФО дает право выступить на всероссийском финале в Нижнем Новгороде в марте. Там ребята из ДЮСШ Ямбург сойдутся с победителями из других федеральных округов страны. Для наших спортсменов финал на таком уровне первый в жизни. Соперников уже изучили в интернете, с кем сыграют конкретно, покажет жеребьевка. А пока время подвести итоги прошедшего турнира. Мы из 20 игр 16 закончили на 0. То есть это очень хороший результат. Единственная команда по всем возрастам, которая весь турнир прошла без поражения. Прибавили мастерстве, я рад за ребят.